Уважаемые жители Белгорода, я призываю вас всех привиться на коронавирус, так как я сама лично и моя семья переболели коронавирусом осенью. Очень тяжело было это все перенести и наблюдать за своими домочадцами. Так что, так как сейчас разработана новейшая вакцинация нашими учеными, я призываю всех, пожалуйста, сделайте прививку и забудьте о такой страшной болезни. Вакцина защищает тебя и твоих родных.